воздух. Здравствуйте, здравствуйте, я с Василием Азаровым переговариваюсь, пока подводка была, и вы видели старт нашей программы. Я Тимур Олевский, это воздух на Ходорковский лайв. Спросил у Васи, это земля, воздух или просто воздух? Но это воздух, конечно же, в это время, как всегда, и мы сейчас вам будем рассказывать о том, что нас сегодня поразило, потрясло или напугало, и я надеюсь, что вы вместе с нами это посмотрите и поймете, что вокруг нас с вами происходит. Я бы даже сказал, есть и то, что поразило, есть и то, что потрясло, есть и то, что, безусловно, напугало. Напугало как никогда, хотя каждый раз как в первый раз. На самом деле напугало и так, что немножко прибило даже. Вот я сижу слегка немножко оглушенный. Но сейчас вы с нами вместе все это проживете, я надеюсь, и нам с вами вместе будет не так страшно, я надеюсь, жить дальше и понимать, как нам будем быть. Итак, будем считать это нашим общим сеансом психотерапии. До начала программы лайки поставьте, ссылку поставьте в родительский чат, сегодня правда стоит. И, конечно же, подписывайтесь на Ходорковский лайв, это воздух, мы начинаем. Василий, тебе слово, ты и начинай. Да, мы начинаем. Мы с вами видели военные преступления России за 4 месяца войны в Украине. Многие из них тщательно задокументированы. И еще обязательно, рано или поздно, мы узнаем о многих других преступлениях. Ну, просто потому, что так всегда происходит после войны, даже спустя много лет. События, о котором мы вам сейчас расскажем, сравнимо по уровню ужаса с расстрелами мирных жителей в Буче и Ирпене. Сравнимо с обстрелом вокзала Краматорска или центра Винницы, где погибли дети. Хотя речь на этот раз идет даже не о массовых убийствах гражданских, а только об одном украинском солдате. В телеграм-каналах появилось видео. Мы не будем его вам показывать. И в первую очередь просто потому, что оно исключительно жестокое. Оно просто потрясает, поражает своей жестокостью. И действительно может травмировать психику. На этом видео несколько человек держат и избивают солдата, который лежит на земле. А потом достают канцелярский нож. Вот такой. Вырезают дыру солдату на штанах, после чего отрезают ему яйца. Говорим, как есть. И на этом не останавливаются. Солдаты в итоге убивают. Потом привязывают тело к автомобилю и провозят по грязной земле. Ну, просто чудовищно издеваются над пленным, а да, потом убивают. Больше подробностей мы, пожалуй, приводить вам не будем, хотя эти подробности есть. И если вы вдруг захотите, то каждый может найти и увидеть это видео самостоятельно. Знаете, пропагандисты, любые пропагандисты, очень любят такие сильные образы. Даже если эти образы выглядят совершенно фантастически. Вот, например, Маргарита Симонян еще в конце июня писала, что украинские военные, я цитирую, «казнят через заливание прямой кишки монтажной пеной. Как это у них принято?» Конец цитаты. А потом вот эти сказки из пропаганды станут реальностью. Станут, потому что люди в них верят. Например, ударят по несуществующим американским биолабораториям ракетными системами «Град», по тем биолабораториям, где якобы производят каких-то солдат-мутантов. Это абсолютно серьезно рассказывали и в России по телевизору, и даже в Государственной Думе. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подробно описывает, как истерика в телевизоре становится трагедией в жизни. Посмотрите, это эскалация такого психического свойства, она продолжается. То есть вот просветления какого-то нету. Ну, то есть, безусловно, это каждый день, получается, одно наслаивается на другое, я имею в виду пропагандистские клише вот эти, они казались смешными вначале, они вызывали удивление, они вначале даже шокировали своей нелепостью, да, но теперь, смотрите, это стало мейнстримом для большой части и политической элиты российской, к сожалению, и политического общества российского, к еще большему сожалению. И они вот это как бы сами себе рассказывают, они в этом погружены, они придумывают. Знаете, это конструирование параллельной реальности, то есть они вот строят каждый элементик, выстраивают, дают ему какое-то значение, начинают в это верить, потому что, смотрите, макет, в котором якобы кто-то живет. Вот они эти макеты построили, каждый день добавляют какой-то элементик, вокруг этого элемента выстраивают историю определенную, потом эту историю дополняют другими историями. Знаете, это очень интересно со стороны смотреть, конечно, было бы за этим интересно, да, это такой муравейник. Муравейник смыслов, которых не существует, но которые продают друг другу вот эти люди.
Но тем не менее, вот этот муравейник, он на самом деле страшный, потому что вот вышла госпожа Яровая, она это сказала, да, и в итоге несколько десятков людей могут быть убиты крылатыми ракетами, потому что они начнут искать, где бомбить биолаборатории. То есть, с одной стороны, это смешно, с другой стороны, это фантасмагорично, да, ну, потому что невозможно такое представить среди абсолютно трезвомыслящих людей. А с третьей стороны, это несколько страшно, потому что это приведет к трагедиям обязательно. Потому что Яровая и все остальные подобного типа субъекты в Российской Федерации будут требовать, а давайте эти биолаборатории, которых не существует, уничтожим. Понимаете, от смешного к страшному. Думали, нет, такого безумия просто не бывает. Не бывает такого в мире. И каждый раз война доказывает нам, что, знаете, бывает гораздо хуже. Мировые СМИ уже отреагировали на чудовищное видео вот такими заголовками. А советник Конгресса США Пол Массара призвал дать Украине еще более дальнобойное оружие и танки. Он написал в своем твиттере, я процитирую, «Варварство и развратность русских захватчиков возмутительны. Кастрация, убийство, изнасилование, убийство детей, уничтожение городов – отвратительное зло, творимое российскими оккупантами». Конец цитаты. У нас в эфире к нам присоединяется политолог Аббас Галямов. Добрый вечер, Аббас. Аббас, добрый вечер. Здравствуйте. Насколько это может быть добрым, но смотрите, какая история. Судя по реакции мировых СМИ на это видео, которое вчера я первый раз, когда увидел, честно говоря, я подумал, сперва смотреть не буду, потом я подумал, наверное, сейчас пройдет, это нигде никто не заметит. Потом к вечеру стало понятно, что это становится главной темой российских и украинских СМИ. Сегодня с утра это просто первая новость в Европе и в Англии, в Америке, в мире в целом. Это будет иметь последствия, как вам кажется, какие? Ну да, конечно. Ну, россиянам еще сложнее будет бороться за общественное мнение. Ведь, по сути, ну, идет борьба за него, ну, как минимум в России, как минимум на Западе, да. Значит, в случае с Россией понятно, что такие вещи, ну, они добавляют. Ну вот знаете, такого даже лоялистам, ну такого чувства брезгливого, да, ну от, они не то чтобы бросятся в это верить, они, если их формально, так сказать, спросить, там, что вы об этом думаете, ну они скажут примерно то же самое, что говорят провластные спикеры, значит, ну типа украинский фейк, да, но ассоциироваться с таким среднему обывателю все равно не хочется, неприятно, поэтому вот именно из-за таких историй, собственно говоря, и происходит демобилизация вот этого лагеря сторонников войны, она уже совершенно очевидно заметна. Напомню, что пару недель назад в издание The Bell утек фрагмент опроса в ЦИОМ, который он сделал по заказу Кремля. Этот опрос не публиковался, он там утек в два этапа, сначала в «Медузу», потом в «The Bell». Значит, по поводу того, что значит предпочтительнее сейчас, продолжать боевые действия или мирные переговоры. И напомню, голоса ровно поровну поделились. 44% за продолжение военных действий и 44% за продолжение, за немедленный переход к мирным переговорам. То есть сторонники войны уже не в большинстве. Если говорить арифметически, то они уже меньше 50%. Да, и сторонников переговоров не меньше. Это происходит в первую очередь, ну, там, из-за экономических проблем, которые внутри страны все более очевидны. А во вторую очередь, вот из-за такого эстетического шока, связанного с подобного рода скандалами, да, и вот и нежеланием людей с этим ассоциироваться. Они просто потеряют интерес к теме войны, они просто закрываются от нее, да, и, соответственно, полагаться на эту часть общества российские власти уже не могут. Вот, это последствия, которые касаются внутрироссийского расклада в части общественного мнения. То же самое касается Запада. Там очевидно, что сейчас тоже происходят некие подвижки. Ну, например, в США, значит, к маю, там, по сравнению с мартом, процентов на, где-то на 10 процентных пунктов упало количество людей, которые говорили полстерам, что мы готовы
терпеть, значит, высокие цены на энергоносители, готовы к высокой инфляции, но типа Америка должна, мы готовы нести эти издержки, но Америка должна помогать Украине. Да, вот их, этих людей в марте было там процентов 70, а значит, к маю их число упало где-то на 10-12% пунктов, а в июне они, их число снова стало расти. То есть тренд оказался такой вот. Ну, то есть поначалу казалось, что, может быть, это вот негативный тренд, он и продолжится, уже такое падение будет, демобилизация американского общественного мнения. Но нет, в июне тренд сломался, и снова число людей, которые готовы были, готовы терпеть издержки, пошло вверх. Из-за чего вот это происходит? Как раз из-за таких вот историй. То есть сейчас можно вообще не сомневаться, но уже призывы звучат там на Западе, что давайте, значит, будем поставлять им еще более современное оружие, вот эти дальнобойные, значит, установки там до 300 километров, чтобы можно было стрелять. Ну, сейчас уже говорят о танках, это на самом деле наступательное оружие, то есть давайте мы перестанем им давать просто артиллерию, давайте им будем давать танки, ну, чтобы вот освобождать. Да, это совсем другая история, это меняет игру вообще. Окей, я не специалист военной области, да, я говорю вот о состоянии общественного мнения. Да-да, политикам, конечно, которые призывают вот к таким действиям, когда информационный фон вот такого рода присутствует, ну, конечно, им легче. Да, им не надо доказывать, почему мы должны помогать украинцам. Аудитория сама знает, почему. Да, потому что, ну, какой нормальный человек в 21 веке может спокойно на такие вещи смотреть. Да? И поэтому, значит, вот эти ребята, которые творят такие зверства, да, россияне, но они делают ровно то, что не нужно российскому руководству. Вот, конечно, тут вопрос про этих самых ребят, которые делают не то, что нужно российскому руководству. Ведь российское руководство сейчас невозможно. Точно, явно не хочет, я думаю, ассоциироваться с людьми, которые тестикулы режут. И можно было бы говорю сейчас абсолютно дистанцироваться, просто назвав имена этих людей, предав их публично суду, сказать, бывают эксцессы, сошли с ума, этих двух мы посадим, одного на ПЖ, другого на пятнашку. Или всё, наоборот, закрыли тему. Или наоборот, и не выглядим что больше, как дикари. Ну, не выглядит. Или наоборот, что больше, но более, знаете, вероятно сказать, что это фейк. Что фейк-то скажут. Ну, вот они говорят, что это фейк. Почему они не говорят, наказать виновных фейк публично? Ну, это поведение для решительных и сильных, понимаете, для тех, кто не впал в зависимость от силовиков. Потому что силовики это такие вещи воспринимают нормально, да? Ну, то есть в глазах вот силовиков, там, Патрушева, там, и же с ним, да, это как бы нормально, алягер, ну, парни на войне, так сказать, да? Ну, это же дикари, в общем-то, по своей сути. Вот. И Путин боится, ну, выглядеть, чтобы, ну, он боится раздражать этих людей, да. Он его слабым, что он прогинается под западное общественное мнение, под этих либералов недобитых, да. Вот. А Путин же, он озабочен тем, чтобы выглядеть сильным, брутальным таким, да. Вот. На самом деле он впал уже в зависимость от силовиков. Вот это надо понимать. Это вот ключевой фактор российской политики, который на сегодня мы имеем, вот, ну, после начала войны имеем. Да? И поэтому он уже не в состоянии это сделать. Если бы он продолжал, как он раньше, как он делал это на протяжении 20 лет, не впал бы в зависимость от силовиков, а опирался бы и на другие социальные группы, опирался бы на другие группы в элитах, да, по-настоящему, если бы он мог продолжать балансировать, вот, да, то тогда он мог бы, конечно, силовиков отдернуть, так сказать, привести в чувство, сказать, вы что там, совсем с ума сошли? Но он уже не может себе позволить это сделать, понимаете? Вот, поэтому будут долдонить, что они, значит, что это фейк, их социальная база будет уменьшаться, да, потому что, ну, слишком много фейков, ребят, вас послушать, так, ну, как бы вы ангел, о том, что российские правоохранители не ангелы, ведь российский избиратель тоже знает. В конце концов, не украинцы ведь и не американцы сажали на бутылку с шампанским, значит, мужика в УВД Казани, помните? Была история, да? Ну, таких УВД Дальний, там, в России, конечно, помним. УВД Дальний. Мы, ну, другие видели после УВД Дальний такие пытки, да, в СИЗО, что уже как бы мало себе трудно представить, что их нет. Ну, понятно, конечно, что все это знают, да, и поэтому я говорю, что вот эта позиция «вы все врете», она обречена на поражение, да, то есть база людей, которые с этим будут соглашаться, ну, будет уменьшаться постоянно, потому что, ну, слишком она очевидна тому, что люди знают. Ну, люди знают, это сами по себе, что называется, да.
Вот, поэтому, ну, а, но Путин будет продолжать отрицать, очевидно, Соловьев там и вся, и же с ними они будут продолжать отрицать, очевидно, они давно, в принципе, уже играют, а, это уходящий поезд, да, они давно уже играют, ну, так вот, вторым номером, да, то есть они в позицию обороняющегося, они не атакуют, вот в политическом смысле слова, не военном, а в политическом, они не атакуют, они обороняются, да, они постоянно уступают чужую территорию, поэтому, собственно говоря, их рейтинги и падают, поэтому электоральный рейтинг Путина, который там лет 6-7 назад был там в районе 70, сейчас там 40 не превышает, понимаете? Вот, вот это и происходит, потому что они, ну, отрицают очевидное, пытаясь удержать лояльность силового аппарата. То есть вот как бы эти два стула разъезжаются, понимаете, да, гражданский, общегражданский и силовой. Вот, и сидеть на обоих становится все сложнее, уже невозможно. И Путин, ну, там все, значит, активнее пересаживается на силовой, соответственно, гражданский для него уже потерян. Аббас, если вернуться к теме избирателя именно, то, как люди, российский народ это видит. Вот если я правильно понимаю ваш прогноз, то вот это бесконечное повторение, что это фейк, и вот Буча фейк, Путин сам, кстати, выходил в итоге и говорил, что Буча это все фейк, постановка и так далее. Вот людей этим кормят абсолютно, вот уже непонятно сколько лет на самом деле, и кормят довольно эффективно. Верите ли вы, что в конце концов все-таки появится ситуация такая, знаете, как Советский Союз, когда всем понятно, как бы, что там газета «Правда» и центральное телевидение что-то как бы фонят, и слушать это не надо. И россияне в массе своей действительно перестанут доверять пропагандистским бредням. Ну так это же и происходит. Вот я вас уверяю, вы говорите, что это эффективно, значит, а я вас уверяю, что все держится на насилии. На самом деле убери сейчас фактор насилия, да, и россияне тут же перестанут вот это все слушать, вот, потому что на самом деле, когда они это слушают и с этим соглашаются, это и есть рационализация страхов. Они просто боятся впустить себе в голову сомнения, потому что они знают, что делают власти с оппозиционерами. Но самому на бутылку не хочется сесть, соответственно, ты делаешь вид, что этой бутылки не существует, понимаете? Вот. Но первоисточником вот моей веры в том, что бутылки не существует, что наши, значит, воины-ангелы там, да, значит, вот понимание, что если я сейчас усомнюсь, то это поставит меня на такую скользкую дорожку, то есть мне надо дальше следующий шаг делать. Ничего после этого с лозунгами там нет войны выходить на улицу. Так но надо же чувство самосохранения должно возникнуть. То есть смотрите, это же войны на свободном выпасе. Мы с вами понимаем, и россияне понимают, что это даже не всегда военные, это какие-то частные военные компании. Мужики с ножами. А глядя на это видео, человек на улице в любом городе России вечером не может не поморщиться, вот мужчина просто, выходящий за пивом, от мысли, что этот человек может вернуться и стать его соседом. Это вопрос просто безопасности россиянина. Нет. Это должно на себя проецироваться, очень легко себе представить. На самом деле люди... А что вы взамен предлагаете? Спроецировать это на себя и выйти, подвергнуть себя опасности прямо здесь и сейчас? Оказаться в руках вот этих ребят в УВД дальнем, понимаете? Прямо сразу с этими ребятами с ножами, я понимаю, да. Ну да, конечно, поэтому лучше я буду там ходить за пивом, аккуратно оглядываясь по сторонам в надежде, что до меня не дойдет, доказывается, уже не дойдет, да? Если если я выйду на улицу и начну протестовать, то я гарантированно уже там окажусь в руках. Вот. А если такой человек начнет роптать на кухне, ВЦИОМ это как-то заметит и донесет до Кремля или не заметит? Ну, заметит и донесет, конечно же, вот. Но, конечно, сам по себе кухонный протест, он не обвалит режим. Он может стать, он обязательно станет, и вернее стал уже предпосылкой к падению режима, да? Но, конечно, в какой-то момент этот кухонный протест должен конвертироваться в какое-то реально политическое действие, да? Угу. Но сам по себе кухонный протест, нельзя сказать, что он бесполезен, это первый шаг. Потому что кухонный протест становится слышен и вот этим силовикам. Собственно, как разлагается силовой аппарат, да? И в какой-то момент, как революция происходит, в какой-то момент армия и силовики просто отходят в сторону. Иногда они вообще переходят напрямую на сторону восставших, как было, например, с солдатами петербургского гарнизона, ну, по крайней мере, там, двух полков, да,
Волынскую, Литовскую, если не ошибаюсь, в феврале 2017 года, они просто перешли на сторону восставших, да, а другие частично там просто демобилизовались, так сказать, отошли в сторону и стояли смотрели, как все это происходило. Как то же самое, что было со всеми спецслужбами Советского Союза, значит, и там всем силовым блоком Советского Союза в, значит, 91-м году, да, вот. И с чего это начинается? Да вот с таких кухонных разговоров. То есть в какой-то момент силовики и вообще весь властный аппарат утрачивают ощущение, что у этого режима есть будущее. Они утрачивают ощущение, что они занимают это место по праву. Вот, собственно, это самое ценное, так сказать, чувство, которое есть, да, в революции. То есть и благодаря ему революция происходит. И в какой-то момент, ну, неважно, сколько у тебя солдат там, и неважно, сколько у тебя... значит, этих спецслужбистов, потому что в какой-то момент, ну, как это было, не знаю, в Румынии, там, да, в 89-м году, когда армия вдруг вступила в бой с секуритаты, просто перешли на сторону восставших, да, и перебили этих, значит, спецслужбистов Чаушеску, да, и самого Чаушеску расстреляли с женой. Ну, вот, вот это все с кухонных разговоров начинается, да, поэтому кухонные разговоры – это важный шаг. Но, конечно, это только первый шаг, да, это не, ну, то есть нельзя сказать, что мы поговорили на кухне, да. И все, типа, и типа, вот все, у нас шито-крыто, и все дело сделано. Нет, дело пока не сделано. Да, что ж, посмотрим, куда действительно заведут эти кухонные разговоры, которые, безусловно, уже начинаются. Аббас Галямов, политолог, был в прямом эфире программы «Воздух» на Ходорковский Лайф. Спасибо. Спасибо вам, а мы идем дальше, прежде чем мы пойдем дальше. Спасибо, что смотрите нас. 3000 человек сейчас на Ютубе нас смотрят, и меньше 700 лайков, как-то это не очень хорошо. Нажмите, надо добавить, пожалуйста, каждому, кто смотрит, и тем, кто поставил лайк, ничего не делать. Обязательно, тем, кто не обязательно поставил. Ставьте лайки, тогда эту трансляцию увидит больше людей. И нам приятно, и вам приятно. В чате очень много пишут про другую важную, большую и страшную, не менее страшную новость, к которой мы переходим прямо сейчас. Прежде чем про Еленовку мы заговорим, а мы сейчас о ней заговорим, я хочу одну срочную новость с телеграм-канала ЧТД теперь сказать, прочитать. Так. Я думаю, что она связана с предыдущей. Хотя, если и не впрямую, то они прекрасно монтируются. Турция отказала Путину в заводе по производству беспилотников «Байрактар», как было известно некоторое время до, а президент Турции Эрдоган сообщил, что Путин на встрече в Иране попросил построить завод «Байрактара», такого успешного оружия, которое использовала Украина в защите своей, да, родины, и не было подобного ничего в России, построить такой же завод в России просто. И возникла некая пауза. Такое впечатление, что могли что-то такое обсуждать. И вот Турция не рассматривает возможность сотрудничества с Россией, ничего подобного в нашей повестке нет, работа в этом направлении не ведется, сообщили в Байкаре. А как бы они могли сообщить по-другому, Вась, если бы они увидели сегодняшнее видео? Безусловно. И действительно, к следующей пугающей новости. Этой ночью в Еленовке Донецкой области обстреляли следственный изолятор. В нем содержались украинские военнопленные, в том числе бойцы полка «Азов». Погибли 53 человека, еще 75 человек ранены. Россия и Украина обвиняют друг друга. Генштаб ВСУ заявил, что россияне обстреляли изолятор, чтобы обвинить Украину в совершении военных преступлений и скрыть пытки над пленными и расстрелы. Украинские СМИ, например, «Украинская правда», пишут, что азовцев перевели в этот изолятор за несколько дней до удара. В свою очередь, власти Донецкой Народной Республики утверждают, что пленные находились в Еленовке все время, и более того, Украина сама настояла на размещении их именно там. В самопровозглашенной Донецкой Народной Республике заявили, что изолятор обстреляли ВСУ, чтобы не дать пленным заговорить. Ну, собственно, по словам пресс-секретаря военного командования ДНР Эдуарда Басурина, знаком с ним, так вышло лично, стреляли по изолятору из хаймерсов. Там, надо сказать, с этими хаймерсами целая история. РИА Новости даже опубликовали видео с обломками снарядов, найденными на месте обстрела, по утверждению РИА Новостей. И пропагандисты утверждают, что это именно обломки боеприпаса «Хаймерс», и что они, «Хаймерс», напомню, американский боеприпас, который есть на вооружении только в Украине, и из этих двух, между Россией и Украиной, только Украина, и, собственно, утверждают, что их сняли именно вот на месте, где был в Еленовке, это СИЗО. Волонтер Виталий Ситников, кстати, больше 2 месяцев находился в плену в ДНР, и он был именно в этой самой тюрьме, что важно. В тюрьме, где сегодня погибли украинские военнослужащие. Виталий Ситников сейчас с нами выходит на связь. Пока мы подключаем, я очень коротко тебе, Василий, скажу, что только что СБУ выпустило перехват
разговора, который, по мнению сотрудников Службы безопасности Украины, доказывает, что это россияне обстреляли. Я его еще даже не успел послушать. Вот это сейчас слово против слова. Попробуем с Виталием разобраться, что вообще понятно. Попробуем во всяком случае разобраться, что это за место. Виталий присоединяется к нам. Виталий Ситников, здравствуйте. Спасибо большое, что вышли с нами на связь. Это очень важная история. Да, спасибо, что присоединились. Виталий, вы не могли бы вкратце описать, что это за место, как оно устроено? Это тюрьма. Это колония, которая была еще и при Украине там стояла, и 8 лет она пустовала, в принципе, заброшенная была. Огромная, в принципе, территория, около 6 бараков, еще корпуса дополнительные, в том числе промзона, собственно, куда и попали снаряды эти, ну, если это снаряды. Огороженная территория, вокруг которой всегда было много техники ДНРовской, российской, вот. Собственно, все Италия. Пленные содержались на бараках. Барак, да-да-да. Почему, если попали в промзону, то погибли пленные? Ведь пленные не содержатся в промзоне, пленные обычно содержатся в бараках. Да, на всем протяжении срока, когда мы там были, это 100 дней, пленные все, в том числе мы, содержались либо на корпусе ДИЗО, либо на бараках. Промзона пустовала, и она была, по сути, заброшенная, но... Слухи пошли сегодня уже, что за два дня, за один-два дня туда начали переводить пленных Азов. Якобы там будут содержаться они до отправления куда-то дальше. Угу. В общем, я так понимаю, что в ангарах каких-то обычных, то есть это видно на видео, что это обычные ангары, туда поставили кровати, перевели, возможно, каких-то неугодных людей, чтобы, в принципе, совершить этот акт. Немножко конспирологии, потому что нет никаких фактов, показывающих однозначно сейчас, что случилось. И тут, правда, я когда говорю слово против слова, я прекрасно понимаю, что в этой войне у России есть определенная презумпция виновности, но предположить, что снаряд прилетел с обеих сторон, сейчас пока вот в том моменте, где мы находимся, мы теоретически можем. Может ли так быть, что кто-то очень не хотел, чтобы состоялся, например, обмен? И таким образом, не знаю, проявил инициативу, убил людей. Кто-то со стороны России, Украины? Допустим, кто-нибудь со стороны России или кто-нибудь со стороны Украины. Возможно, в том плане, чтобы не просто не состоялся обмен, а чтобы именно эти конкретные люди пошли на обмен. Конечно, мы с вами понимаем, что Азов – это не просто военные. Азов – это для России это символ, с которым они боролись и, по сути, не смогли победить. А для Украины – герои. А для Украины – герои, которых ждут на родине. Да, они неоднократно и говорили в колонии самой, неоднократно слышал, что они не собираются обменивать, в принципе, Азов, их только судить, и минимальное там 10-15 лет, это самое легкое, что могут. То есть, те, я не знаю, как назвать этих людей, тюремщики или солдаты, которые, скажем так, охраняли и следили за военнопленными там, в этой колонии, между собой обсуждали на полном серьезе, что никакой пощады. Вы это слышали сами? Да, и сам слышал, это они постоянно, в принципе, говорили самим азовцам. То есть, когда их били, а их били очень часто, они об этом прямо им говорили, что это будет продолжаться долго, привыкайте. То есть, на обмен они говорили прямо им, что на обмен их не будут подавать. Правильно я понимаю, что в результате уничтожено что-то, что не влияет на жизнь колонии, строго говоря, если говорить про постройки? Да, и это одна из причин, почему так предположил сразу, потому что они не будут разрушать... Те же бараки, в которых еще содержаться будут другие пленные, проще, как по версии, по моей теории, перевести в ангары в эти, которые все равно заброшены, никому не нужны, поставить кровати, якобы там будут содержаться, и просто их разрушить. То есть не факт, Виталий, что это, не факт, что это снаряд был даже. Виталий, вы не могли бы рассказать, как вы сами попали в эту колонию, в плен, и как так получилось, что вы так долго там были, хотя вы даже, насколько я понимаю, не военный? Да, я гражданский, даже никогда не служил, и таких людей там много было. Мы ехали на автобусах волонтерских с гуманитарной помощью из Запорожья, Днепра, других городов, и нас в городе задержали по подозрению в том, что мы помогаем Азову, либо мы сами Азов. В общем, предъявляли нам подозрение в терроризме. Вот. И держали нас там по 30 дней, то есть сначала дали 30 дней, потом еще продлили 30, и мы поняли, что, в принципе, так продлевать могут бесконечно, и
так продержали нас 100 дней. Почему именно освободили, мы, для нас до сих пор догадка. Ну, загадка это, возможно, из-за шумихи, поднятой в СМИ. Я еще склоняюсь просто к какой-то недоработке их, потому что мы видели все, что происходит в колонии. Мы, по сути, были свидетелями. У меня были мысли, что ну, как нас могут отпустить, если мы видим все эти пытки, в том числе там, вплоть до того, что до смертей доходили такие пытки. То есть людей забивали в Еленовке до смерти? Лично я не видел этого, но когда находишься в этой атмосфере, много чего слышишь, и хочется отрицать эти факты, находясь там, потому что негатива и так хватает, но понимание было, что 100% там умирали люди, другие пленные видели, что забивали просто и списывали на смерть. Один человек незадолго до нашего выхода порезал вены себе, его 3 дня избивали, это был кто-то из Азова. Вот. И на следующее утро его нашли мертвым. Они не скрывали, вызывали ритуальную службу. Это никак не скрывалось. Проносили тело. То есть, если говорить о пытках и казнях азовцев, убийствах точнее, азовцев, это не казни, то они там действительно имели место все то время, что вы там были? Да, я уверен, что да. Кто охранял вас? Кто были эти люди? Это были местные ЛНРовцы или какие-то россияне, или какие-то ЧВКшники, или военные? Кто? Первую половину срока, где-то до середины мая, это были в основном ДНРовские, ну, не военные, охранники, работники ДНР. А потом уже поднялся флаг России на территории, мы заметили, с приходом Азова. То есть, когда уже начали брать Азов, с Азовстали приводить, появились уже российские военные, спецназ, то есть вся территория колонии была окружена военной техникой. И постепенно, в принципе, практически все поменялись на российских работников. Только в корпусе ДИЗО, там, где нас потом содержали, самый строгий такой изолятор, там уже были ДНРовцы. То есть мы можем понимать, что сейчас там россиян было достаточно. Это важно, да, понимать. И это было... А что, они устроили что-то типа укрепленного пункта? Там не только СИЗО была и колония, но и база российских войск? Или это просто место... Как это описать? Это могло быть военной целью? Или рядом что-то было, что могло быть военной целью? Что рядом с колонией вообще-то? Цель со стороны Украины, да, теоретически? Ну, давайте попробуем могло понять, быть? Да. Давайте рассмотрим все варианты. Ну, отдельно заметить именно хочу спецназ, то есть работники пленные, которые выводились за территорию колонии под конвоем, они видели, что очень много техники спецназа охраняет, по сути, было очевидно, что они охраняют сам Азов. То есть находилось много пленных, там до 2500 в моменте находилось, и их охраняли просто много военных. И отдельно именно была армия ДНР или России, не знаю, но вокруг колонии, за забором, на протяжении всех 100 дней, что мы там были, практически каждый день стреляла техника ДНРовская в сторону Украины, САУ, танки, то есть мы это постоянно видели, истребители летали, то есть техники было очень много, и она явно стреляла. Получается, заключенные как живой щит рядом стоят, ну то есть заключенные и прямо тут же САУ. Да, это было очевидно, они отстреливались прямо возле заборов, техника вся была, и то есть, ну, как я видел, что украинские войска не стреляют в них, хотя как бы они постоянно и долго вокруг колонии отстреливались. То есть очевидно было, что их определить местоположение, откуда стреляют, было довольно-таки легко. Но единожды только прилетело, насколько нам рассказывали, в какую-то гаубицу попало, разбило. И один раз прилетал снаряд на территорию ДНР, на территорию колонии на саму прилетело, никто не пострадал. Но как общался с другими пленными, украинскими, с Азова, с девушками, они... Их версия была, что это сами по себе, скорее всего, по раздолбайству у них прилетел этот снаряд. Угу. Потому что да. Украинцы явно понимают, что там пленные, не стреляли бы явно. То есть понимали. Угу. Спасибо большое. Я вам очень благодарен, спасибо. Волонтер Виталий Ситников, который сам провел 100 дней, больше 100 дней, да, в той самой колонии в Еленовке. Где сегодня произошла трагедия, погибли. Где произошла, да, абсолютно. И это, конечно, очень важное свидетельство, все, что вы нам рассказали, это... Супер, спасибо важно, большое за спасибо. Этот разговор. Мы идем дальше. И еще новости о войне в Украине. Британская разведка сообщает, что ЧВК Вагнера контролирует участки фронта в Донбассе. По их данным, российская сторона испытывает серьезную нехватку пехоты, поэтому наемники получили ответственность за определенные участки линии фронта. Бывший командир сухопутных сил Латвии, полковник запаса Игорь Раев, военный эксперт, присоединяется к нашему эфиру. Добрый вечер, Игорь. Добрый вечер. Спасибо большое, что присоединились. Скажите, почему
Почему это происходит? Есть ли, может быть, прецеденты в других армиях и войнах, что так действуют частные военные компании, при том, которые у себя на родине даже не легитимизированы? То есть тут же просто рука об руку, да, то есть это не то, что отправили частную военную компанию в Африку воевать, а как бы заменяют похожие неэффективные российские войска на ЧВК, состоящие из тех же самых россиян, только в другом статусе. Что происходит? На самом деле, такого использования частных военных компаний, скажем так, чисто в роли боевых подразделений, мы, конечно же, не видели нигде до сих пор. Настолько, ну, скажем так, открыто и выполнять задачи подразделений сухопутных войск. Но то, что пишут, то, что вы вот процитировали про британскую разведку, это уже совершенно очевидный факт, который уже известен очень давно. Первое, ну мы знаем с самого начала операции, что у России катастрофически не хватает пехоты. И это является одной из больших проблем, почему она на самом деле и... Ну, проблем очень много, но это одна из проблем, которая не позволяет ей... успешно наступать и продвигаться вперед. И поэтому ЧВК Вагнера – это один из вариантов, как восполнить этот недостаток. И то, что об этом начали говорить только сейчас, это достаточно удивительно, потому что они воюют уже очень давно. И если мы посмотрим на тот же самый Донецкий фронт, кто же взял попасную, сколько уже получается, 2 месяца назад? Ну, это был ЧВК Вагнера. Именно тогда, когда они туда пришли, именно тогда и начались серьезные изменения на этом фронте. А и почему они воюют лучше армии? Они, судя по всему, воюют лучше армии и их используют на прорыв, на пролом. Что с ними? Ну, не так, видите, вернее, это говорит то же самое, что штрафные батальоны воевали лучше регулярной армии во время... А вот поясните эту мысль, пожалуйста, объясните эту мысль. Нет, это неправильная мысль. Почему они более успешны? Ну, во-первых, это, в принципе, на данный момент практически единственное подразделение, может быть, кроме морской пехоты, которые на самом деле полностью или практически полностью укомплектованы. То есть они могут воевать, как и должно воевать пехотное подразделение. Потому что те мотострелки, десантные войска у них, если даже мы просто посмотрим штатную организацию, у них не хватает пехотинцев. Их еще меньше было, потому что все дивизии, бригады не были полностью заполнены. И, конечно, они понесли потери. То есть у них очень катастрофический недостаток именно вот пехотных подразделений. У Вагнера такой проблемы нету. И поэтому они, в принципе, они хорошо воюют. У них есть достаточный военный опыт. И людей, которых они туда призывают, вернее, не призывают, люди, которые туда нанимаются, у них есть предыдущий опыт службы в вооруженных силах, у них есть опыт действия в различных горячих точках. Ой, у нас сейчас и, будет... в принципе, это дает результат. Вы знаете, у нас сейчас будет рассказ про людей, у которых есть опыт службы с метлой в Российской Федерации, очень успешный, но их погнали тоже на фронт. Такое впечатление, что там не качество бойцов, во-первых, возможность их совершенно не жалеть, а во-вторых, ужасно мотивированные командиры. Те солдаты, которые сидели в лагере в Брянке, солдаты-отказники в Красном Луче, рассказывали нам, что главная их причина, одна из причин огромных потерь, из-за которых они не хотят возвращаться на фронт, чудовищное руководство среднего и младшего командного состава. Чудовищное. А средний и старший вообще не хочет ничего знать, что происходит на фронте. Можно предположить, что Вагнер умеет командовать, а Шойгу не умеет командовать. Я думаю, что нет. Просто в Вагнере больше есть такое понятие common sense. Как это будет по-русски? Это логическое. То есть, здравый смысл. Здравый смысл, то, что называется, результат. Да, вы соблюдаете в армии, вы соблюдаете субординацию, вы выполняете приказы. Если вам сказано наступать с правого фланга, вы наступаете с правого фланга. У вагнеровцев, я думаю, все эти вещи решаются намного более просто. Если они видят возможность
и что надо наступать не с правого, а с левого фланга. Им ни у кого не надо спрашивать разрешения. Они делают то, что делает натовская армия, получается. Это когда младший командир может принимать решение. В какой-то степени да, потому что я думаю, что у них именно децентрализация руководства и управления находится на более высоком уровне, так и это... они дают больше инициативы своим командирам внизу. Смотрите, это же то, что Сердюков и его начальник штаба Макаров хотели сделать в российской армии, потом пришел пехотный Герасимов и все это дело сломал. То, что вы сейчас рассказываете. Ну, возможно, вы правы, но это мы совершенно точно не видим в действиях российской армии. Это у них полностью отсутствует. Вы знаете, я, честно говоря, немножко еще прихожу в себя про вот такой от этого довольно подробного анализа действий частных военных компаний, и особенно ЧВК Вагнера. Я просто напомню, вот знаете, напоминаю для себя, для нас всех и для наших зрителей, что мы говорим сейчас о людях, о которых «Новая газета» в свое время выпустила серию материалов под заголовком «Головорезы». Ну, они наверняка могут себе позволить, у них же нет никаких уставов за спиной. И те чудовищные вещи, которые творят эти люди в любых местах, куда они попадают, честно говоря, как-то язык даже не поворачивается называть их какими-то профессионалами, говорить, что они хорошо воюют или плохо воюют. Это, по-моему, это то, что называется военными преступниками. Вот и все, может быть, я не прав, не знаю. Видите, давайте разделим эти две вещи. Потому что на данный момент вы задали вопрос, почему они успешны на поле боя и почему их успехи более видны и более очевидны, чем в российской армии. Разделим эти две вещи. То, что это, ну, в принципе, по-большому, ну, военное преступление, конечно, надо каждое конкретное из них доказать, но то, что они делают в Африке, то, что они делали в Сирии, мы видим, что они не являются регулярной армией, у них свои правила, как правильно выразиться. У каждого преступления, которое совершено, будет уже совершено и будет совершено в ходе этой войны, у них будет, у каждого преступления будет свое имя и свой конкретный человек. Вот эти все преступления надо очень четко документировать. Их надо расследовать, и всех этих людей надо будет призвать к ответственности. И в этом отношении не должно быть никаких сомнений. И эти люди должны знать, что если они будут нарушать законы ведения боевых действий, то они все будут в конце концов наказаны. Поэтому тут нет никакой глорификации этих людей. Мы знаем, какие люди идут служить в эту военную кампанию. Поэтому не надо, надо разделить их отделим их моральные качества и боевые качества. Это две разные вещи. Тут надо, конечно, добавить, то есть, чтобы понимали, я к ЧВК Вагнер отношусь очень лично, потому что есть серьезное основание считать, что они причастны к убийству просто моего друга близкого, Орхана Джамаля, в Африке. И никакой симпатии к людям, которые организовали эту частную военную кампанию, я совершенно не испытываю. Желаю им всего самого худшего. Но людей, которые оказываются в ЧВК «Вагнер» сейчас, можно разделить, видимо, на группы. На тех, кому нравятся убийства, и они совершенно маньяки. Людей, которые пошли вынужденно, потому что просто нечего делать в жизни, а это они умеют или готовы научиться. А там предлагают деньги. И людей, которых просто загнали туда, вот сейчас я имею в виду из числа российских солдат, потому что мы просто видели историю сегодня, как отправили тех, кто пытался вырваться в Россию после первых трех месяцев войны, контрактников-отказников, силой увезли ЧВК «Вагнер» на передовую и, видимо, поставят под ружье и отправят на какой-нибудь очередной прорыв. Удивительно, как можно так долго класть людей за деньги, и эта схема совершенно не ломается. Потому что если предположить, что Вагнер несет потери, а, видимо, Вагнер несет потери, находясь на переднем крае, почему деньги все равно до сих пор превалируют, и схема не ломается? Ну, это хороший вопрос, потому что... Видите, деньги не всегда и не во всех обществах решают все.
Это значит, что общество находится в такой стадии своего развития, где деньги превалируют над принципами людей, и они готовы ради, ну, скажем так, более высокой зарплаты выполнять любую работу, в том числе и совершать военные преступления. Да, к сожалению, это то, с чем мы имеем сейчас дело в России. Ну, это такая ситуация. Это просто на данный момент надо принимать как данное, понимать реально, с кем мы имеем дело, и относиться к этому соответственно. Спасибо большое за этот комментарий. Игорь Раев, военный эксперт, был в эфире программы «Воздух» на Ходорковский Лайв. Игорь, спасибо. Спасибо за этот разговор. Да, всего доброго. А мы будем двигаться дальше, прежде чем мы двинемся дальше. 5000 человек, уже больше 5000 человек смотрят эту трансляцию, 1500 лайков. И вы можете, конечно, больше и лучше. Понажимайте, пожалуйста, еще вот эту вот кнопку внизу. То есть, вы сами знаете, как она выглядит. Да, не лайка ради, а важности того, о чем мы говорим сейчас. Да, и я должен сказать, что сегодня, видимо, в связи с спецификой новостей, которые приходят к нам, удивительная активность ботов в чате нашей трансляции. Ведь понимаете, Госдепартамент США, если я не ошибаюсь, именно этот орган, 10 миллионов долларов пообещал тому, кто расскажет подробно правительству Соединенных Штатов Америки о фабрике троллей Евгения Пригожина. Из тех ботов, кто пишет нам сейчас в наших комментариях в Фейсбуке, а это боты фабрики троллей Евгения Пригожина, любой может заработать довольно крупную сумму, которой хватит на то, чтобы натурализоваться в США. Ты как будто прям рекламу живой делаешь. Или мертвый Евгений Пригожин и его фабрика троллей только сегодня. Только уникальное предложение от Госдепартамента США, озвученное Тимуром Олевским, который искренне желает всего плохого этому человеку. Спасибо Тимуру Олевскому. Что ж, немного к новостям большого российского бизнеса, не поверите. По данным издания The Bell, Аркадий Волош, глава Яндекса, может отдать контроль над своей компанией, которую он выстраивал много-много лет, в обмен на возможность развивать свой проект за рубежом. Сейчас попробуем разобраться, что происходит. У российского бизнеса может появиться другая материнская компания. В числе ее возможных акционеров называют структуры Романа Абрамовича, Владимира Потанина и других влиятельных российских бизнесменов. Яндекс, что? Яндекс. Вот так вот. Попробуем разобраться, что же такое. Это какой-то раскол Яндекса? Яндекс или за границу уезжает? Яндекс станет Телеграмом? Переезд Яндекса, да. Может быть, он станет Яндекс Телеграмом. Яндекс станет Гуглом? Экономист Максим Миронов присоединяется к нам в прямом эфире. Добрый вечер, Максим. Добрый день, Максим. Яндекс в России раздербанят и продадут Путину? Как вы видите вообще эту ситуацию? Сможет ли Волош это сделать деликатно, оставив себе хоть что-то? Что это происходит? Да, ничего страшного не происходит, в смысле, уже все давно произошло, и стоимость просто почти всех российских активов, она для их собственности, если не обнулилась, то очень резко упала, и это не первый случай, хотя они, конечно, пытаются представить это, что какой-то рейдерский захват, давление, как вот Тинькофф, когда продал свой банк, он говорил, что, в общем, чуть ли не за копейки его заставили, на самом деле, конечно, не так. Как только началась война, то резко упала привлекательность всех российских компаний, и мы видим, что западные компании просто массово уходят из России, просто бросают все, фиксируют огромные убытки, и они на самом деле циничные бизнесмены, их не волнует глобально война и так далее, потому что они работали в странах, которые занимаются намного более серьезными преступлениями. Хотя сейчас, конечно, Путин переплевывает всех, возможно, стал более серьезным преступником. Их интересует бизнес. И они уходят, потому что издержки для их бизнеса, в том числе глобального, стали выше, чем прибыль, которую они производят в России. И поэтому они массово уходят. Это чисто бизнес-интерес. А Яндекс? Ну, Яндекс же история... российская компания, казалось бы. Что? Вот. Ну, Яндекс какая же российская. Какая разница? На самом деле, издержки сейчас для нахождения в руководстве российской компании и собственников, для собственников, они больше, чем выгоды. Потому что да, ты там собственник компании. Непонятно, кстати, как будет бизнес этой компании развиваться, потому что мы видим, как государство наступает по всем фронтам. Вот мы видели, что недавно там вот оно ввело там закон про бесплатные просто
про доски объявлений, что сейчас фактически делает незаконными доски объявлений иностранных собственников. Но это вот один из примеров. Но самое главное, люди же владеют, люди владеют бизнесом не просто ради фана, они владеют, чтобы развиваться, чтобы самим быть уважаемыми людьми и так далее. И мы видим, что на самом деле сейчас тот же Волош под санкциями. То есть да, у тебя бизнес, но ты не можешь этими деньгами пользоваться, ты не можешь этой репутацией пользоваться. Они международную конференцию не позовут, чтобы как-то опытом поделиться. Топовые сотрудники не хотят идти в Яндекс. Посмотрите, как совет директоров разбежался после начала войны, там были уважаемые люди, они все сразу отмазываются. То есть ты не можешь строить бизнес, ты не можешь ни человеческий капитал получить, ни капитал получить, потому что никто тебе будет в долг деньги давать, ни акции разместить, ни актив купить. Все, этот бизнес, стоимость бизнеса равна нулю. И если он сможет там хоть что-то выцегнить, как вот Тинькофф. Тинькофф там, по-моему, говорит, ну, 300 миллионов долларов смог выценить, гонить. Отличная тема, что я считаю, ему жутко повезло, что очень много получило. Если там Волош положит, хоть сможет себе какие-нибудь активы отцепить и начать с нуля строить бизнес в других, ну, как с нуля, на других активах, то для него это будет огромное достижение, особенно если он удастся под эту дудочку из-под санкций идти. Это будет выгодно. Но никто у него бизнес не отжимает. А Путин отнял бизнес многих россиян, включая Володжа, своей агрессивной войной в Украине. Но мы должны также не забывать, что Аркадий Волош, как выразился один наш коллега, чемпион просто по своим способностям договариваться и сохранять, насколько это возможно, бизнес. Много было тому примеров. Вы сами упомянули еще одну довольно важную новость. Я бы хотел чуть-чуть ее пояснить, развернуть и, возможно, получить ваш комментарий. Действительно, Авито, Домклик и Дром обратились, между прочим, к премьер-министру Михаилу Мишустину, чтобы остановить принятие того самого закона, который может крайне негативно повлиять на IT-отрасль. Имеется в виду закон, его название «О едином операторе для цифровой рекламы». Вот так вот. Да, действительно, особенно Авито активно на этот счет выступала в последние недели и действительно заявляла, что это крайне, крайне опасно для самой компании. Максим, как вы считаете, зачем... Какой смысл изначально в этих законах? Это какая-то попытка, как в Советском Союзе, чтобы был какой-то единый ГОСТ, а заводы все были государственные? Вот как бы если грубо это все так обобщать. Ну, только теперь думаю, не заводы, а IT-компании. Все намного проще. Путин за 20 лет построил такую систему коррупции в обмен на лояльность. То есть ему не были лояльны чиновники, в обмен этому он нам отдавал им куски экономики. Не только там Ротенбергом известным, Тимченко, но это же все ФСБшники, там военные, там генералы. Посмотрите, сколько у них у детей, родственников, таких бизнесов, там недвижимость и так далее. Сейчас российская экономика сжимается. То есть уже там воровать на все расширяющихся нефтедоходов, которые оседают в бюджете, потом пилиться, возможности меньше. А аппетиты у этих товарищей меньше не стали, скорее больше, потому что они много потеряли на санкциях и на прочих мерах, которые сами заслужили. А кушать хочется. Более того, кормить их нужно лучше, чтобы у них не было стимула сбежать на Запад или что-то рассказать. Их нужно кормить усиленно. И сейчас как раз идет инвентаризация активов российской экономики, которые можно, ну, как бы подобрать под себя. А вот такими, типа, ну, я не знаю, почему они до сих пор на какие-то законы опираются, могли просто прийти бы в Авито и сказать, все, завтра это наше. Но они пытаются вот как-то это под дудочку, что нужно... Ну, может быть, завтра это наше нельзя сказать, там ведь все-таки инженеры-разработчики. Инженеры-разработчики, к сожалению, могут быть со сломанными пальцами, но не могут работать силой, потому что у них ум, ну, как бы работа в мозгах. Их нельзя заставить хорошо работать. Ну, можно заставить работать, но нельзя хорошо. Но кушать всем хочется на самом деле. И как показали даже уже первые 5 месяцев войны, довольно небольшой процент людей в силу разных причин готов эмигрировать. Очень небольшой процент готов эмигрировать. И страны Запада ставят все препятствия. Вот я буквально за там, полчаса до нашего эфира написал пост, что страны Запада посылают всем сигнал.
толковым людям: не уезжайте из России, мы вам не рады, мы вам не дадим визы, мы не дадим счета открывать, продолжайте работать на Путина. И вот таких смелых людей, как Навальный, Яшин, Карамурза, их немного. Активистов, их, они не будут, если им не дать уехать из России, они не будут идти на баррикады и свергать Путина. Это наивная мысль, которая... Максим. Они будут работать так же и программировать, и все остальное. Они будут, в связи с этим два коротких вопроса. Как вы считаете, сможет ли Волыш так хитро договориться, чтобы забрать максимум из того, что можно забрать сейчас по стоимости Яндекса, который, кстати, в рублях-то подрос после начала войны, потому что поиск подрос? Ну, я не знаю, насколько... Значит, по максимуму. Я думаю, что вопрос по максимуму, вопрос, где находится там максимум. Конечно, как любой переговорщик, талантливый бизнесмен, он попробует отползти с намного большим портфелем. Понятно. Где этот максимум, я не знаю. А второе, собственно, можно ли надеяться, что такой человек, как Волыш, который, если я не ошибаюсь, сейчас в Израиле, и офис там есть Яндекса, и ждут там программистов, они приедут, так создаст каких-то новых программистов, позовет на работу, сделает что-то, что будет похоже на перезагрузку Дурова с его телеграммом за рубежом? Что-то великое или что-то классное? Несмотря на то, что все пропало в России. Смотрите, на самом деле, вообще, как появляются стартапы, это такая область никому не понятная до конца. У талантливых людей может что-то получиться, а потом не получаться. Или у некоторых получается много-много-много. Вот у Дура фактически ВКонтакте была почти калька с Фейсбука, получилось, потом Телеграм, звезды сошлись. Получится ли Волыш еще раз? Все-таки Яндекс запускался в те времена, когда там Гугла, может, еще не было, или только начиналось. То есть он был на пустом поле российском и запустился. В общем, у Дурова был талант и много везения. У Волыша явно есть талант, но все-таки, как вы знаете, что не все основатели Яндекса, в общем, я считаю, что Волыш не был главным, он был не единственным главным в Яндексе, то есть там, поэтому не факт, что удастся повторить, плюс возраст. Я вот тоже программист по первому образованию, я начал программировать в 94 году, за сколько прошло, 26 лет, оно сильно программирование поменялось. И если ты смог что-то сделать 20 лет назад, совсем не факт, что тебе получится сделать сейчас. И, я очень хочу, чтобы у Волы что-то получилось, потому что если он сможет создать в другой стране и привлечь российских людей, чтобы они там бежали от Путина и работали в других странах, я буду только рад. Но это все очень никому не известно просто. Максим, вы наверняка знаете, что лейтмотивом параллельно, с новостями про Волыш и Яндекс звучат время от времени такие сливы или просто сообщения наших коллег-журналистов, которые нам передают это по своим источникам, что Алексей Кудрин, бывший министр финансов, а ныне глава счетной палаты, играет якобы, мы не знаем этого достоверно, какую-то особенную роль в судьбе Яндекса, даже рассказывают, как будто он может вообще уйти из политики и возглавить этот Яндекс после того, как все это произойдет. Насколько вам это кажется правдоподобным, учитывая, что просто так совпало, что Алексей Леонидович действительно в последние месяцы довольно часто летает в Израиль? Кудрин – это, пожалуй, один из немногих, если не единственный человек из этой шоблы, к которому я действительно неплохо отношусь. Я считаю его в целом достойным и умным человеком, и порядочным в рамках той порядочности, которая может становиться, находясь в ближайшем путинском окружении. То есть, естественно, что это трудно, но вот если мы вот эти все «но» скажем, я, в общем, вот если бы мне бы сказали, с кем бы я хотел увести переговоры из путинской шоблы, я бы сказал бы, я с Кудриным готов разговаривать, и, в общем, думаю, что с ним может договориться. Поэтому для Яндекса, если Кудрину возглавят, это будет меньше зол. Это намного лучше, чем Кириенко или сын Кириенко, или прочие какие-то халуи, которых вообще бесхребетные, беспринципные, и люди, в общем, То есть я не готов в сторону Алексея Леонидовича камни кидать. В общем, надеюсь, что он рано или поздно станет на сторону добра и будет как раз тем лидером, который сможет там внутренний переворот организовать или что-то такое.
Ну, мы, в общем, и не предлагали вам кидать в его сторону камни. Я скорее хотел просто узнать вашу оценку этим данным, насколько они вам кажутся правдоподобными. Ну, впрочем... Удивительно, кстати, что у Кудрина, несмотря на все, что он делает для Путина, все еще таких людей, как вы, прекрасная, ну, вот эта какая-то репутация, с ним бы я еще поговорил. Оно не прекрасно, еще раз, оно не такое, прекрасно. Такое впечатление, знаете, что он как будто не, в плену или в заложниках. Мы же не в черном-бельном мире живем, что либо все хорошее это. Вот если мы проранжируем всех путинских сволочей, да, в общем, то я бы по морали все-таки Кудрина поставил выше в этой горке. Естественно, что если человек до сих пор остается с Путиным, не высказался, говорит, не очень хорошо. Но вы знаете, как я не революционер, я за мирные изменения. Я считаю, что нужно раскалывать, в том числе, путинскую элиту. И вот из всех я бы Путина выделил как человек, который нам более Кудрина. Да, Максим. Ну, я с вами согласен, кстати, безусловно, он выделяется. Нужно здесь помнить, что удивительную симпатию тоже к нему питает и, собственно, Владимир Путин, который каждый раз, когда только всплывает имя Алексея Кудрина, он сразу напоминает, что, между прочим, лучший министр финансов в истории России. Вот такая вот у него какая-то странная, может быть, немножко нездоровая симпатия. Очень даже здоровая, просто Россия была поздоровее в тот момент. Он действительно сделал то, что позволило Путину дальше играть мускулами, по большому счету, если я не ошибаюсь, это именно Кудрин спас в кризис Россию, подсобрав деньжат. Это цена на нефть, реформа 90-х. Здесь я не соглашусь с неуважаемым Спасибо. Владимиром Владимировичем. Окей. Это цена на нефть и реформа 90-х. Цены на нефть и рекорды 90-х, Спасибо. А не Кудрин. Спасибо за это пояснение. Да. Максим Миронов, профессор финансов IE Business School, был в эфире программы «Воздух» на канале Ходорковский Live. Спасибо большое вам за этот комментарий. Что ж, мы идем дальше. И приходят уже во время нашего эфира, или незадолго до него, если не ошибаюсь, приходят еще новости из России. Знакомые новости. Политик Леонид Гозман, заслуженный иноагент России, напомню вам, который уже проходит по уголовному делу за несвоевременное уведомление российских органов о своем втором израильском гражданстве, теперь по той же статье завели дело против его жены. Об этом он написал в Фейсбуке. Вот как он в Фейсбуке это прокомментировал. «Мафия при своих разборках не трогала жен и детей. Этим все похрену». Так подытожил Леонид Яковлевич Гозман, который сейчас присоединяется к нам по телефону в прямом эфире. Здравствуйте, Леонид Яковлевич. Есть ли у нас связь с Леонидом Гозманом? Я вас слышу. О, отлично. Мы вас тоже теперь слышим. Спасибо большое, что присоединились. Леонид Яковлевич, почему вдруг к жене тоже пришли с теми же самыми? Да, и как вы об этом узнали? Но мы узнали, потому что ей позвонил следователь, почему-то из другого отдела, хотя все мы вместе делали, значит, и пригласил для дачи объяснений. То, что заведено уголовное дело, было сказано уже только непосредственно в кабинете следователя. Вот. Ну, а что я поэтому думаю, вы уже зачитали, вот мафия вела себя более пристойно. А может быть такое, Леонид Яковлевич, что вам сказали последний раз, можно и налево, но мы выбираем правый поворот, или левый поворот, это на ваш вкус, я вообще центрист. Смотрите, хотел спросить, а вам не кажется, что вам сделали последнее предупреждение, уезжайте из России таким способом? Почему такое довольно подлое? И что вы на него ответите этим людям? Что ж, похоже, комментарий Леонида Яковлевича в Фейсбуке останется главным единственным, что мы о нем услышим. Ну, впрочем, позиция Леонида Гозмана более или менее ясна. Мне кажется, у нас связи нет или нет? У нас, по-моему, у нас нет связи. К сожалению, Ну ничего, мы обязательно поговорим с Леонидом Яковлевичем по поводу этой истории, вопиющей достаточно, потому что тут надо просто сказать два слова. Леонид Гозман... У нас был в эфире Дмитрий Орешкин недавно в программе «Вечер», и он говорил слова, которые, мне кажется, очень важно пересмотреть и переслушать, очень проникновенные в адрес Леонида Гозмана, о том, как довольно последовательно он выбирал позицию разговаривать с теми людьми, кто сейчас воюет, пытаясь вот...
очень тяжелой дискуссией с людьми, которые не хотят слушать, остановить войну. Это вызывает безусловное уважение. И Гозман не хочет уезжать из России. И он, кстати, не уезжает из России. Он уезжал, вернулся. И, конечно, выглядит это все как попытка заставить его уехать в его 75 лет. И он все равно готов, судя по тому, что он остается в России, видимо, даже сесть в тюрьму, это, ну... Да, он говорил об этом, в том числе и в нашем эфире, что действительно он готов, Леонид Гозман говорил нам в эфире программы «Воздух», что он действительно готов сесть в тюрьму, несмотря на то, что в его возрасте действительно тюрьма, ну, это уж... часто билет в один конец, и он тоже это напоминает. Также напомним, что это, конечно же, не единственный заметный оппозиционный политик, который решил остаться в России. А уж то, что у него, знаешь, на жену завели уголовное дело за то, что не сообщил об израильском гражданстве, это называется, не знаю, вот интересно, Геннадий Тимченко сообщал о своем гражданстве иностранном или нет. Я вот, например, у меня есть вид на жительство, я по закону тоже Чехии должен, вот, в Чехии. Я живу в Чехии. Тоже должен? Я должен сообщать, но я не сообщил. И, ну вот сообщаю. Думаешь, так засчитают? Я думаю, этого достаточно должно. В твоем случае, я думаю, уже... Очень мне боязно за жену Леонида Гозмана, очень хочется пожелать им всем здоровья. Да, что ж, мы, безусловно, желаем удачи Леониду Гозману, не знаю еще, что ему тут пожелать. Еще новости. ЧВК Вагнера, уже упомянутый ранее в эфире в часто разговоре... Часто будем упоминать, судя по всему, в последнее время. Упоминаем с завидной периодичностью, приходится, уж такие новости. ЧВК Вагнера ищет новое пушечное мясо, если хотите, для войны в Украине, теперь не только среди и российских граждан. И далеко не только среди профессионалов, прошедших горячие точки. Именно так. К тому, что в России называют специальной военной операцией, а во всем остальном мире называют, как есть, войной, сейчас активно пытаются привлечь люди из той самой ЧВК Вагнера трудовых мигрантов. Трудовых мигрантов, которые приезжают из Центральной Азии в Россию на заработки. Это граждане, например, Узбекистана и Кыргызстана. Об этом известно. Не, ну это же удобно. Действительно, вот ходят же люди с метлами и делают грязную работу за, например, москвичей, которые... Там еще так бизнес устроен, что москвичам эту зарплату бы все равно не хватило на жизнь, а им платят там четвертую часть от того, что написано в ведомости. Вот. А еще при этом испытывают объяснимый страх перед любым человеком в форме. В форме, конечно, да, потому что им приходится часто приезжать нелегально, это мы понимаем. Хотя сейчас там государство пыталось, надо отдать должное, навести в этом смысле порядок и как-то их легализовывать, но тем не менее все равно прав у них, у россиян-то прав нет, а у этих людей нет прав в минус еще. И сейчас, если они так умеют убирать улицы, то почему бы другую грязную работу не отправить этих людей? Расскажем, и денег пообещать. Да, расскажем чуть подробнее, собственно, что произошло. Узбекское агентство по внешней миграции официально призывает всех граждан своей страны, кто едет на заработки в Россию, искать работу крайне-крайне осторожно. И это можно понять. Есть опасность, реальная опасность оказаться на войне в Украине. Особенно насторожены узбекские чиновники, просят относиться к неофициальным объявлениям о работе, например, к объявлениям в социальных сетях, где гастарбайтерам предлагают высокие зарплаты. Это можно увидеть довольно часто. В России довольно много таких объявлений. Не обязательно в социальных сетях, даже на столбах бывают объявления, знаете, где пишут мало того, что обещают высокую зарплату, еще обещают проживание, питание, пишут иногда какое-нибудь, значит, общежитие или что-нибудь такое. То есть все то, что за жизнь и за работу гастарбайтерам в России Россия не дает, она готова дать им за смерть. И на самом деле это все пугающе похоже на то, как трудовых мигрантов заманивают в трудовое рабство. Это действительно, к сожалению, очень распространенная практика в России. Вот было, например, такое движение «Альтернатива», к сожалению, оно практически перестало существовать, которое занималось помощью людям, которые попали в рабство. И это, то, что происходит, это на самом деле практически точно такое же рабство, только при этом ты можешь умереть от шальной пули или от ракеты. Там хитрые условия, то есть им предлагают на самом деле зарплату, судя по объявлениям. Я вам хочу сейчас тут небольшая аналитика от Олевского. Зарплата, про которую идет речь,
мало отличается от той зарплаты, которую обещает российским контрактникам, например, из лагеря в Брянке, которых ЧВК «Вагнер» вербует на передовую. Мы можем даже привести конкретные цифры. Вот, например, в объявлениях предлагают работу за зарплату 100 тысяч рублей. Но. И при этом оплату дороги, пути. Это меньше. Это меньше, но предлагают в этих объявлениях поработать в ЧОПе, ну, то есть охранником. Аптечки охранять. Казалось бы, что здесь такое? Но потом, после того, как люди начинают связываться по номерам телефонов или в социальных сетях и отвечать на эти объявления, говорить, что они хотят попасть на эту работу уже в личной беседе, тогда человеку говорят, что это предложение, знаете, уже не актуально, уже занято. Есть другое предложение, тоже хорошее, вообще даже лучше. Можно поехать выполнять задачи в зоне спецоперации. Вот так вот изъясняются. И здесь уже обещают те самые 240 тысяч в месяц. Это примерно та сумма, которую обещают российским контрактникам. Вот они нам рассказывали это по телефону. То же самое. Но там еще и добавление важное. Да, важное добавление. За полгода службы, то есть предполагается, что полгода пробудет человек на фронте, если доживет. За полгода службы предлагают упрощенное получение российского гражданства. Не совсем понятно, как частная военная компания предлагает гражданство вдруг гражданам другой страны. Ну, возможно, у них хорошие связи, возможно, они не собираются ничего из этого выполнять, потому что, безусловно, судя по рассказам военных, вернувшихся из зоны войны, российским военным, они это называют специальной военной операцией, иначе сядут в тюрьму, а полгода там прожить не очень есть шансы. Те из них, кто пробыл 2 месяца назад, не возвращаются, кричат: верните нас домой, потому что мы там остались, там 10% от нашего взвода осталось живых. Понимаете, да? То есть какие полгода? Ну, то есть если кто-то, конечно, и доживет, везунчик, он и получит все эти деньги, и гражданство, и будет таких людей, там, ну, видимо, значительно меньше, чем тех, кто был призван. Есть еще очень жестокая война сейчас. Есть еще несколько интересных подробностей об этой работе, если это можно так назвать. Никакая военная подготовка не нужна, не требуется. Не требуется даже, чтобы человек, например, там, прошел срочную службу в армии. Можно ехать, даже если есть судимость. После новостей о том, как ЧВК и ФСБ вербуют наемников в российских колониях, кажется, что это даже, может быть, приветствуется. Такое впечатление, что там даже особенно выделяют людей, которые совершили убийство. И это тоже писал. А в этом писал ГУЛАГу «Нет». Ну, может быть, доверять можем, не доверять, но Осечкин... Владимир Осечкин действительно говорил об этом, что, и в нашем эфире. Люди по 105-й статье, сидящие в России, они имеют приоритеты для того, чтобы попасть на войну. Ну и действительно, сперва 3 раза полицейские в Новосибирске не берут заявление у матери девочки, которую преследует ревнивый мужчина. Потом он ее на глазах изумленной публики убивает ножом просто посреди улицы, среди бела дня. Он садится, видимо, в тюрьму по статье «Умышленное убийство» или «Неумышленное убийство». Удобно, потому что он тут же отправляется на войну. Зачем спасать девушку, если можно таким образом решить проблему с новым солдатом? Еще примечательно, что обязательное условие, вот есть одно обязательное условие, быть без гражданства стран Евросоюза и НАТО. Если вдруг у вас есть гражданство какой-нибудь страны, члена Евросоюза или НАТО, вот тогда в ЧВК вас, к сожалению, не возьмут, хотя не совсем понятно, зачем вам тогда туда надо. От человека при этом требуют в обязательном порядке также снести все свои аккаунты в социальных сетях, хотя, как показывает практика, не совсем, не все это помогает скрыться от журналистов-расследователей, в том числе и наших коллег. Ну и тем, кто все-таки согласится на эту работу, скажем так, нужно будет поехать в хутор Молькино, это в Краснодарском крае. 14-го года известное место. BBC писала, что там, по всей видимости, находится база и вербовочный пункт. Уже сейчас можно говорить без каких-то экивоков, она там точно находится. Вот прям я тебе говорю,
ответственно глядя в глаза. Там находится база ЧВК «Вагнер», и не одна. Это бывшая, это бывшая база ГРУ. Возможно, они ее совмещают. Молькина лично не был, но те, кто был, а их было очень много, про Молькина говорят твердо. Но я думаю, что такая база сейчас просто это не единственная база. Слышишь, сколько людей уже воюют ЧВК «Вагнер»? Да, безусловно. Ну и при этом, конечно же, мы должны оговориться, что никаких официальных документов, никакого договора, никакого контракта там не предполагается, как не предполагаются и никакие компенсации за, например, смерть или увечья. Об этом речи не идет. Почему мы так думаем? Это так говорят? Это так сообщается, так сообщает источник, соответственно, который дал нам сообщение узбекского агентства по внешней миграции. Это, кстати, важный момент, потому что если с гастарбайтерами так можно, то с россиянами ведут себя иначе. Россиянам обещают выплатить гробовые деньги, и для некоторых это один из поводов довольно страшный для того, чтобы отправиться на войну, а с гастарбайтерами видишь, какая история. Выжил, получил деньги, а не выжил, не получил. Мы надеемся на благоразумие наших и наших граждан, и наших соседей по центральной поездке на войну, но из центральноазиатских республик, да, и, конечно, очень внимательно, может быть, внимательнее, чем раньше, следите за тем, что говорят вам люди в форме, особенно когда у них к вам разговор выходит за рамки проверки паспорта. А мы пойдем дальше. Я бы даже тут сказал, что если у вас есть информация, если вы родственники тех людей, кто отправился, например, из центральноазиатских республик на войну в Украину, или знаете таких, или сами вернулись, сбежали с линии фронта, пишите нам в комментарии, пишите в социальные сети, нас довольно просто найти, Василий Азаров, Тимур Олевский. Мы такие истории будем разбирать, смотреть, с удовольствием о них расскажем. Это важно, это касается не только вас, но и людей, которые могут за вами последовать. Российский офицер спас украинскую девушку и был убит своими же сослуживцами. Его историю рассказали журналисты издания «Верстка», которые нашли его могилу. Его похоронили тайно и без почестей. Спасенную девушку зовут Каролина Перлифон. Она рассказала, что российский военный, его, кстати, звали Иван Ливанков, уводя ее в укрытие, погиб от пуль однополчан. Сейчас она присоединяется к нашему эфиру. Каролина, здравствуйте. Каролина, здравствуйте. Вы в Украине, я так понимаю, остаетесь сейчас, после всего, что с вами? Пока в Украине, да. Да, вот если бы мы были на американском телевидении, мы бы подписали вас выжившие сейчас в титре, ну как это принято, вот у них как бы пишут survive. Вы можете рассказать, как это все происходило, когда и что там было, собственно? Ну, происходило это все первый день войны, первые часы войны. Мы с мамой поехали в город, чтобы снять деньги и купить продукты животным, ну, какие-то там каши, каких-то себе продуктов. И когда возвращались домой, вот это в 3 километрах... Харьков. Да, в 3 километрах от дома мы, получается, живем сразу за окружной, и мы, когда ехали, увидели, что уже, получается, окружную перекрыли, вот выезд из Харькова перекрыли русские танки, и они открыли огонь по гражданским. Ну, собственно говоря, вот в этом месте все произошло, в 3 километрах от дома. То есть вы попали под обстрел, и в какой момент появился этот Иван Ливанков, и что именно он сделал? Ну, нас начали обстреливать, мама свернула, получается, влево, и мы заехали как вот возле частных секторов, как такой тупичок небольшой, парковочка закрытого типа. Мы заглушили машину, собирались выходить, выбегать, и навстречу нам выбежали два русских солдата, среди которых был вот этот вот офицер, да, я как поняла, он, или лейтенант. Они к нам подбежали, сказали, что девушки быстрее, в машине находиться опасно, давайте с нами. Ну и вот это, ну, возле машины, там, я не знаю, это сколько, метров 10, наверное, было вот так. Вот эта пристройка стояла железного типа и этот железный бак, ну, где все произошло. Они повели вас в укрытие? Ну, можно так сказать. Это не то, что укрытие, просто это, знаете, какая-то такая минимальная защита, вот где они сидели, и вот мы находились там с ними. Ну, может быть, минут 20-15. А потом? Даже вам не скажу честно по времени. А как он погиб, Иван Ливанков?
Ну, мы там сидели, прятались, потом, получается, меня повалили на землю, вот он повалил на землю, а мама закричала. И я вообще не могла понять, что происходит. Она, ну, очень сильно кричала, и, наверное, где-то минуту. Вот просто кричала, не останавливаясь. Он встал, и, получается, он как надо мной стоял. Я лежала на земле, а он стоял и кричал своим русским, чтобы они не стреляли. Потом они пару слов перекинулись со вторым солдатом, вот, которого ранили там. Они с матами, что какого черта они стреляют, мы же свои, что вообще происходит. И после этого начался массивный обстрел. Это все очень быстро происходило, там, я не знаю, минута-две, может быть. Он стоял, получается, то есть, ну, кричал максимально, чтобы до них донести, что они свои русские, и все, и там, я не знаю, там первая или вторая пуля в него попала, он упал, и получается, он упал вот как, ну, на меня. Захрипел, и я вот чуть-чуть вот так себя столкнула, потому что я бы дышать не смогла. Ну, вот на меня там вот кровь полилась, все, он упал, и вот так его убили. А дальше я, ну, дальше просто там пули летели со всех сторон, я лежала лицом в землю. Каролина, если представить себе, что сейчас наш эфир смотрят родственники этого погибшего российского военного, что бы вы им сказали? Ну, я бы им, наверное, сказала спасибо за сына, потому что он поступал по-человечески, он, как вам сказать, хоть да, он был и русский, он был тем человеком, который пришел на нашу землю, да, но они были с нами, они нас не тронули, и он, наоборот, старался своих же остановить, кричал, чтобы не стреляли, то есть, ну, как защищая нас тем самым, да. И я бы сказала спасибо за то, что они воспитали его человеком, что они воспитали его мужчиной, и несмотря на то, что, ну, парень как молодой, насколько я поняла, вот второй солдат, он вообще-то молодой, ему сколько там, 19 лет, по-моему, ну... То есть они молодые ребята, и тем не менее они вели себя по-человечески, мужественно, и очень жаль, что так все произошло, очень жаль, что вот... Как вы выбрались оттуда? Даже не знаю, понимаете, даже не знаю подобрать какие слова, потому что эта ситуация, она... Но это кошмар, когда свои стреляют своих, и тем более, когда там находятся еще женщины. Выбралась я, ну, когда все закончилось, когда утихли, ну, перестали лететь пули, потому что они летели везде. И землю, у меня чемоданы были пробиты, там сумка моя пробита, все. Я когда уже поняла, что, ну, мама мертва, я подумала, что все умерли, что я вот одна осталась жива, я спряталась за этот железную эту пристройку, я не знаю, будка или как она называется, и там сидела, ждала, пока закончится перестрелка, пока хоть что-то как-то более-менее утихнет, сидела, ждала, у меня другого выхода не было. Хотя я сидела, ждала, я была уверена, что сейчас, раз нас обстреливали, я была уверена, что сейчас придут и меня тоже убьют. Вот я сидела с такими мыслями, честно говоря. Вы готовились к смерти? Да, я говорю, я просто со всеми уже попрощалась. Я попрощалась с папой, он был в шоке. Я попрощалась там, ну, со своими знакомыми, позвонила на работу. Там все чаты разрывались. То есть, ну, люди были в шоке, потому что в городе еще, ну, ничего такого не было, да, были слышны взрывы везде, но как бы никто не мог даже поверить, что вот буквально там в 600 метрах от города перестрелка такая идет, и, ну, что убивают людей. Каролина, все были спасибо, в шоке, все не могли поверить. Спасибо большое, что нашли смелости и силы рассказать об этом дне. Спасибо большое за это интервью. Берегите себя, пожалуйста. Это Каролина Перлифон, спасибо. Девушка, которая выжила под обстрелом. Горько в первый день войны, да. Спасибо. Спасибо. Еще одна новость про очень много денег. О-о-о. И про Россию при этом. Это не про Яндекс, да? И это даже не про Яндекс, это про другие, скажем так, воздушные замки. До 2030 года Россия может выделить почти 31 миллиард
долларов на развитие, между прочим, железнодорожного сообщения с Китаем. Тут надо сказать, что Китай не собирался выделить... Извините. В этом нет ничего веселого. Китай собирался выделить деньги сам на строительство железнодорожного сообщения с Китаем, потому что собирался построить Великий Шелковый путь, чтобы отправлять свои товары через Россию в Европу поскорее. Но начало войны не выделил ни копейки. Поэтому теперь Россия собирается выделить. Да, особенно интересно, откуда этот 31 миллиард долларов возьмется и на что же он действительно пойдет. Узнаем об этом у экономического обозревателя Кирилла Харатьяна. Он присоединяется к нам в прямом эфире. Привет, Кирилл. Привет. Вообще, после такой жуткой истории, конечно, про прожекты говорить как-то противно. Противно, но тогда войны не было и не было жутких историй. У меня было ощущение, что Россия сможет заработать на транзите, как на нефти. Как Украина зарабатывает на транзите российской нефти. Это была хорошая история. Новая дорога железная. Мир стал ближе. Знаешь, сел на поезд, до Хербина доехал или докуда там. Хербин – хорошее слово, мне нравится. Сейчас Харбин. Будет не хуже. Сейчас будет не тоже хуже. Там тоже Хербин будет. Значит, да? Ну, во-первых, 31 миллиарда долларов, а это даже по нынешнему странному курсу в районе 2 триллионов рублей, ну, их просто нету для начала. И это проект, или точнее говоря, прожект на 7 лет, ну, на 6 лет до 30-го года. Ну, это адские деньги, которых... Просто конкретно нету и все. Значит, просто для справки. Есть так называемый восточный полигон. Таким странным образом железнодорожники называют БАМ и Транссиб. На их реконструкции из Фонда национального благосостояния с большими боями, ну, тогда еще это только чиновничьи бои, без хаймарсов и градов, большими боями было выделено 150 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния. Ну и сравните теперь с 2 триллионами. Да, порядок другой просто. Сейчас там еще добавили денег, но все равно вот на эти важнейшие для России магистрали со скрипом выделяется на порядок меньше денег, чем вот этот вот прожект. Да? Я поговорил со знающими людьми, все до одного говорят, что существует некоторая комиссия Белоусова. Андрей Белоусов – это первый зампред, первый заместитель председателя правительства Российской Федерации. Вот этот Белоусов собирает у себя... в копилочку разные проекты, которые связаны с Китаем. Вот этот вот почти на 2 триллиона рублей. Потом, значит, со смехом один из собеседников мне сказал, что... А еще есть проект строительства 700 заводов на общую сумму в 1 триллион рублей. Ну, тоже вот такая прекрасная история. Ну вот. Но, тем не менее, значит, из добросовестности давайте посмотрим, что именно собирается построить Российская Федерация на эти адские деньги. Как Тимур верно сказал... Раньше эти все инфраструктурные проекты должен был финансировать Китай. Действительно, это называется «Один пояс, один путь». Значит, это воспроизведение некогда знаменитого «Шелкового пути» в новых исторических и экономических условиях. Ну и все детали. Важно то, что программа эта чуть не с там, какого-то 10 или 9 года обсуждается, и не построено ничего, по сути дела. В Казахстане построено. В Кении построено, а в России ничего не построено. Вот. Значит, вот не с начала войны, а прямо с 1 января 2022 года Китай ни копейки на этот, значит, один пояс, один путь в направлении России ни копейки не выделил. Ну и, соответственно, приходится, спохватившись, нашему правительству изображать активную деятельность. Итак, самая длинная дорога, это она называется... Элегест Кызыл-Курагина, не надо запоминать все эти слова, это дорога, которая когда-то предназначалась для вывоза угля из Тувы и вообще для организации железнодорожного сообщения с регионом России под названием Тува, который сейчас железнодорожного сообщения не имеет с остальной Россией. То есть мы могли таким теперь образом еще и российский регион связать железной дорогой, извини, я просто думаю. Да-да-да, но войны. Эта история, вот эта вот Элегест Кызыл-Курагина, ей тоже уже лет, ну, 12-15, а то у нас выше, но вот более-менее конкретные разговоры об этом идут вот столько. Да? Она до сих пор не построена. Теперь ее решено развернуть. Она пойдет не в сторону Транссиба, а вниз, в сторону Монголии. Если кто себе представляет карту, Тува там граничит с Монголией и, да, значит, дальше в Китай. Другой
Да, значит, из этих всех значит, железных дорог только десятую часть предстоит построить по территории Российской Федерации. И 9/10 частей этого проекта по разным другим странам. Уже одного этого достаточно, чтобы понять, что это абсолютный прожект, потому что, ну как это вот, в ближайшие 7 лет согласовать строительство железных дорог, что крупный инфраструктурный проект, вовлекается масса всего, в том числе эконом-политического, и вот мы уже все практически построили. Вот. Значит, 3000 километров по чуждым нам землям. Вот. Прошу прощения. Ну хорошо, хоть не дружественным. Ну ты, Вася... Но это быстро может случиться, то есть ты сегодня не дружественный, завтра не дружественный. Да, вот я как раз хотел сказать, ты не опережай события, потому что кто его знает, что будет с Монголией через месяц. Да? Сегодня Монголия, а завтра татаро-Монголия, это знаешь ли. Отомстим им за прежнее унижение 600-летней давности. Давайте. Вполне реальный проект. Что там? Ну вот, значит, в Монголии будет построена железная дорога примерно от Улан-Батора, это столица, значит, чуть пониже, чем Улан-Батор. Я сейчас специально выписал себе населенный пункт, я его сейчас прочту и дальше забуду навсегда, как и вы. Зуун-Баян. Мне нравится название. И вот от этого Зуун-Баяна до китайской границы. 260, что ли, такой километр. Один кусочек. Другой кусочек, сейчас опять читаю. По казахстанской территории. Аягоз-Бахты. А? Звучит? Знаю, кстати, эти населенные пункты, не поверишь, в Казахстане. Это длинная история. Ну, ты уникальный просто человек. Факт из моей биографии. Я только сегодня, узнал о их существовании. Рекомендую Бахты. Прекрасно. Это маленький поселок, близко к границе с Китаем. И идея состоит в том, чтобы туда потянуть железнодорожную ветку. Значит, вот я обещал в ответ на Хербин Тимура, значит, еще один отрезок Лесозаводск, нормальное слово, да? Хулинь. А? На границе с Китаем. А, собственно... Тут красиво. Вот, почему бы и нет? Почему бы и не построить эту железную дорогу туда? Не, на самом деле, зря вы смеетесь, коллеги. Очень, кстати, ну ладно. Зря вы смеетесь, коллеги. Россия – страна, и тут сейчас Кирилл мне легко мою идею поддержит. Россия – страна с чудовищной связанностью территорий. Да. Любая с чудовищной просто. Люди, которые живут в некоторых регионах России, не могут оттуда выехать по суше удобно. Просто потому, что там не существует способа удобно уехать по суше. И вообще, когда я слышу о том, что кто-то хочет в России построить железную дорогу, у меня сразу появляются очень хорошие и светлые мысли по этому поводу. Но когда война превращает строительство железной дороги, выгодной всему миру, в попил, а я правильно понимаю, Кирилл, что из того, что ты говоришь, это напоминает глобальный попил. Это, конечно, очень расстраивает. Нет, никаких 2 триллионов никто никому не даст, но какие-то деньги обязательно удастся распилить. Но там вот такая деталь любопытная есть, что, собственно, что они спохватились, да, это негодная реакция на, собственно, ту же самую войну, потому что из Европы ничего теперь привезти нельзя из-за санкций, да, и послать ничего в Европу тоже никак нельзя, или через Европу, из-за тех же самых санкций. Поэтому железные дороги, которые ведут в сторону Тихого океана, российские железные дороги, а это в основном Транссиб и БАМ, они загромождаются грузами первоочередного значения, которые, ну вот эти всякие комплектующие, запчасти, товары нужные экономике, которые больше нельзя взять в Европе. Значит, а пропускная способность у этих двух железных дорог не очень высокая. Вот те самые 150 миллиардов рублей, и потом еще 100, и потом еще 250, которые на вот этот самый восточный полигон направлены, были распоряжением правительства вот за последние там 10 лет. Они же и нужны для того, чтобы расширить возможности, расширить пропускную способность этих транспортных магистралей. Но теперь, когда пошли грузы вот этого значения европейского, да, невозможно вывести уголь. А в сущности эти железные дороги в основном были раньше нужны, чтобы вывести кемеровский уголь туда, в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона, потому что там его покупатели находятся. Угу.
И Китай несчастный, у которого есть угольная генерация, вынужден снова покупать уголь в Австралии. Они с Австралией поссорились на почве угля, разорвали отношения угольные чисто. И вот теперь опять вернусь к покупке австралийского угля, потому что российского угля им не хватает, а не хватает, потому что его невозможно поставить. Путин умеет дружить вот, народы, а сдруживать. Дружбы там все равно не получится. Не это получится, отдельная даже. Очень большая международная тема про то, как Китай хочет Тайвань и так далее. Да, не будем сейчас ее трогать совсем. Вот. В общем, вот такая штука. То есть, это все равно, что я, ну, все равно, что я скажу, что ну, вот я буду жить в доме. Правда, я его еще не построил. Жить мне уже сейчас негде. Дом я еще не построил, но жить я там буду. Вот. Даже вот у меня... Планы такие у меня есть, да. Да, спасибо большое. Экономический обозреватель Кирилл Харатьян был с нами на связи. Выясняли, можно ли действительно как-то особенно усилить китайские железные дороги российскими миллиардами. Вот, в общем, кажется, особенно нет. Тут в чате, в трансляции на YouTube нам вменяют, что мы смеемся над казахскими топонимами. Нет, друзья, это совершенно не так. Мы совершенно не смеемся. Мы исключительно, скажем так, подмечаем, что для русского уха, конечно, такие названия очень плохо воспринимаются, очень быстро забываются. Это исключительно, так сказать... У меня есть мечта, я послушал Кирилла. Я хочу сказать, Кирилл, ты еще не отключился? Нет, ты еще здесь с нами? Нет, я коротко потом. Хочу. Я просто наслушался про железную дорогу. Так. И я вам коротко расскажу о своей мечте, подарок пропагандистам Первого канала, которым, я думаю, все равно, что я мечтаю о том, чтобы в России была одна железнодорожная ветка колеи шириной Deutsche Bahn, которая бы шла от Берлина просто до Москвы. У меня даже есть название для этой ветки. И желаете, чтобы она проходила через Литву, и здесь тоже значит, была железная дорога нужной ширины. Его предложил один из наших зрителей в чате, пользователь под ником Ignatus213. Замечательное название. Великий шелковый Путин. По-моему, прекрасно звучит. Спасибо еще раз. Да. Кирилл Харатьян, экономический обозреватель, был в эфире программы «Воздух». А мы движемся к концу, но прежде чем закончим, во-первых, спасибо всем, кто смотрел этот выпуск. Больше 2500 лайков. Ужасно приятно. Больше 2500 часов. Мы могли бы. Могли бы. Мы могли бы, между прочим. И сможем, и будем, потому что уже завтра на нашем... Как это будем? Уже завтра на нашем канале. Не забудьте и не пропустите. Важный разговор. Почему война в Украине неизбежно приведет к росту насилия в России? Завтра на круглом столе обсудим с философом Михаилом Эпштейном, культурологом Яном Левченко, журналисткой Ольгой Романовой и общественным деятелем Анной Ривиной. Смотрите на канале Ходорковский Лайв завтра в 19 часов по Москве, Киеву и Вильнюсу с Анастасией Изюмской. А сегодня для вас работали Тимур Олевский и Василий Азаров. Спасибо вам. Спасибо всем. Большое. До завтра. Это «Воздух». Воздух. Пока.